Привет, Little Bad, меня зовут Роман Гудсайт. Вот такая красотища здесь во Франции. Но смотришь, конечно, наслаждаешься, но все равно прежде всего думаешь о футболе. Матч 1-8 финала чемпионата Европы между Испанией и Италией, наверное, самое ожидаемое противостояние на этой стадии турнира. Давайте подумаем, что же может там быть. Испанцы испытывали достаточно серьезные проблемы в матче против Чехии, забили только в самом конце. Потом испанцы сумели разгромить Турцию, но Турцию, если ты сумел надломить, то потом ее уже громить тебе достаточно легко. И испытали колоссальные проблемы в матче против Хорватии, когда испанцы позволили себе расслабиться, быстро поведя в счете, хорваты за это команду Испании смогли наказать. Что касается итальянцев, то в третьем туре Антонио Конте дал отдохнуть практически всем лидерам своей национальной сборной, и поэтому, мне кажется, итальянцы должны быть уж как минимум свежее в 1-8 финала против Испании. Более того, Италия — это команда, которую мы с Геннадием Сергеевичем Орловым уже один раз комментировали, очень внимательно смотрели все другие матчи. У итальянцев, конечно, потрясающая игра в обороне, потому что они понимают, что им пропускать ни в коем случае нельзя, им сложно отталкиваться от своей атаки, поэтому они прежде всего думают о том, как бы перекрыть все зоны на своей половине поля. А Испания не так свежа, как может показаться, и Испания, в общем-то, это команда, которая, как мне кажется, испытает очень серьезные проблемы именно в игре против Италии, самой организованной обороны этого чемпионата. Поэтому, на мой взгляд, самой логичной ставкой здесь выглядит Италия с форой 0. Я не исключаю, в принципе, того, что может быть дополнительное время и даже серия пенальти, но если кто-то и может добиться победы в основное время, то мне кажется, что это скорее будет итальянская команда. Ну, а если будет ничья, то это расход, что, в общем-то, тоже позволяет нам с вами спокойно при таком раскладе смотреть дополнительное время и возможную серию пенальти. Мой выбор таков. Всем удачи!